Граждане России, проживающие в Крыму, будут получать государственную материальную поддержку при рождении третьего ребенка, чтобы повысить уровень рождаемости в этом регионе, сообщил журналистам в пятницу министр труда и социального развития России Максим Топилин. Данная программа действует в 50 регионах России, где рождаемость пока недостаточно высокая. Кроме материнского капитала за рождение второго ребенка, граждане получают государственную помощь и за рождение третьего ребенка. Средний размер ежемесячной выплаты составляет 7000 рублей. Мы сейчас проводим сопоставительный анализ всех выплат, которые существуют в Крыму. У меня нет пока конкретных расчетов, но, с учетом той демографической ситуации, которая есть в Крыму, я полагаю, что эта программа там обязательно будет включена с учетом каких-то переходных положений, сказал Топилин. По его словам, коэффициент рождаемости в Крыму около 1,2, что ниже, чем в среднем по России, где этот показатель за последние несколько лет вырос с 1,3 ребенка на одну женщину до 1,7. В Крыму 16 марта прошел референдум о статусе автономии, более 96% высказались за вхождение Крыма в состав России, и 18 марта стороны подписали соответствующий договор. Совыфит в пятницу ратифицировал договор о присоединении Крыма к России и Федеральный конституционный закон об образовании в Российской Федерации двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь.